Этой лодки нет и месяца, она уже прибыла в западносибирские леса. Не на плаву, конечно. Виндбот 42 доставили коренному жителю Югры Денису Кечемову нефтяники Лукойла. Это выполнение одного из пунктов соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве между недропользователями и Ханты. Для Дениса Кечемова это вторая в его жизни моторная лодка от нефтяников западносибирского Лукойла. Главой родового угодья он стал 10 лет назад. На новой «Ласточке», как признается сам Денис, не скрывая радости, готов отправиться на рыбалку хоть сегодня. Но придется повременить денек-другой, чтобы оборудовать транспорт. Пока там надо мотор, лодочный мотор установить, все подсоединить. Так бы и сегодня бы поехал. Хорошая лодка, очень хвалят их. Что хотел, то и привезли. В принципе, не думал, что такие привезут. Лодки нефтяники «Лукойл» Западной Сибири выбирают для Ханты, можно сказать, как для себя. Учитывают особенности здешних мест. Глубину и ширину рек, их течение и обводненность в период межсезонья. Выдали, значит, вельботы 42-е. Самая такая более-менее для наших рек лодка. Она и не широкая, и проходимость хорошая. У нас реки здесь не глубокие, поэтому выбор стал на этих лодках. В общем-то, коренное население довольны этими лодками. Вот мы их и поставляем. В 2017-м новые лодки получат 6 семей. Это как раз та самая моторная лодка, которую 10 лет назад Денис Кечемов получил от нефтяников Покачев нефтегаза, когда только стал главой родового угодья. Кроме мелких сколов и чуть потертой краски, других повреждений на ней нет. К таким, так сказать, подаркам представители коренных народностей относятся бережно. Ксения Юланская, Дмитрий Огородников. Специально для новостей.